Фирма Мале, вот такой вот фильтр. Привет, мир! Настал новый день, и сегодня я хочу заменить фильтр салона на автомобиле Шкода Октавия опять своими руками. И будучи еще в Киеве, я приобрел данный фильтр. Сейчас вам его покажу. Так, вот такая вот коробка. Название у нас фирма Мале. И лак 181. Это угольный фильтр. Вот так он выглядит. Здесь у нас производство Германия и 19-й год. Вот такой вот фильтр. А меняется он очень легко. Вот здесь на передней со стороны пассажира под торпедой, вот здесь возле ног, находится данный фильтр. Для этого берем вот такое вот одеяло, ныряем сюда под низ, и вот здесь вот есть такой вот поролон, откручиваем два вот этих пластиковых болта, один, второй, открутили и достаем вот этот поролон защиту. Вот так. Все очень легко делается. Так, достали. Теперь вот здесь вот находится данный фильтр салона. Отодвигаем вот эту пластиковую накладку в сторону. И вот уже наш фильтр. Достаем аккуратно, потому что может посыпаться мусор. Вот так. Вот, достали. Ну и вот смотрите, как выглядит старый фильтр. Это тоже лак 181, производство Германии 18 года. Ну, он темный, я не знаю, сейчас солнце светит. Видите, как здесь он такой чистенький. И вот эта вот часть белая. А здесь он вот весь грязный. Вот такой вот мусор в нем забит. Ну, с этой стороны, кстати, не очень, смотрите, он более-менее чистый. Но вот с этой стороны... конечно, забит мусором. Так, откладываем ее в сторону. Теперь берем новый и собираем в обратной последовательности. То есть вставляем сначала наш фильтр. Он ставится одной стороной. Здесь есть такой специальный вот уголок. Поэтому, в принципе, поставить его неправильно у вас не получится. Вставляем его туда, вот так. Одной рукой не очень удобно это все делать, но ставится он туда легко. Так, здесь я вот расправлю вот так. Вот он у нас установлен. Теперь вот эту пластиковую заглушку обратно туда ставим, вот так, и защелкиваем. Раз, готово. Все, после этого вставляем обратно вот эту вот накладку вот здесь и прикручиваем вот эти два пластиковых шурупчика. Ставим обратно вот такую поролоновую защиту. Главное, чтобы здесь все попало на свои места. Так как здесь вот вывод воздуха идет. Вот, воздух у нас шел прямо в ноги. Вот так. Установили. И теперь берем эти вот два шурупчика и обратно их устанавливаем. Закручиваем. Их роль чисто поддерживать вот эту вот накладку. Вот. Закрутил один. Дальше закручиваю второй. Все отлично становится на свои места. Вот так. Ну, и здесь вот все поправляем, чтобы воздух у нас был в правильное направление. Так. Вот. Ну, вот так. Все установил, смотрите, все стоит на своих местах.
Все отлично. Теперь осталось просто здесь убрать в салоне вот этот мусор, который выпал из фильтра воздушного. Ну и все. Вот такая получилась замена. В принципе, ничего сложного в этом нету, поэтому тут достаточно вот 5 минут, и фильтр можно самостоятельно заменить. Так что, если вам понравилось такое видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока, до новых роликов!